Друзья, привет! Меня зовут Алексей Соловьев, я директор компании Boil. Сегодня я расскажу о таком устройстве, как G-Connector. Часто обращаются к нам наши покупатели и спрашивают, в какую ложку, как нужно вставлять G-Connector. У нас есть несколько разновидностей ложек. Сейчас я вам продемонстрирую на примере. Вот здесь вот у нас на устройстве G-Connector прижат в ложку для розлива стеклянные бутылки, так называемая ложка под кронен. Здесь у нас представлена ложка для PET. Работает это все очень просто. Вы берете G-Connector, вставляете его вместо PET-бутылки и поджимаете. В ложке для PET ход самой ложки будет больше, в ложке под стекло меньше. Вы всегда можете отрегулировать высоту вот этой юбки G-Connector, если вы будете работать только на ложке для розлива в стекло. Сейчас я вам покажу розлив в бокал через G-Connector. Принцип работы следующий. После того, как вы закрепили G-Connector, вы подносите бокал, опускаете ручку подачи напитка и компенсатором регулируете скорость потока. Сейчас я увеличиваю скорость и наполняю бокал. Всем вкусного пива!